Это Татьяна. У Татьяны все как у всех. Аврал на работе. Домашние дела. Муж, дети, родители требуют внимания. Каждая минута на счету. А как же забота о себе и своем здоровье? Давно ли Татьяна была у врача? Зачем тратить на это время? Думает Татьяна. Надо в очередь стоять. В разные поликлиники ходить. Целый день потеряешь. Зачем тратить на это деньги? Ведь за каждого врача надо платить. Зачем знать о возможных болезнях? Что с этим делать? Думает она. Татьяна, позаботься о себе. Это важно не только для тебя, но и для твоей семьи. Пройди комплексное обследование в Центре здоровья Архангельской городской клинической поликлиники номер 2. Это исследование сердца и легких, офтальмологический осмотр, анализ крови, исследование состава тела, стоматологический осмотр, консультация врача. Все в течение одного часа в одном месте в удобное тебе время и абсолютно бесплатно. Ты получишь карту здоровья с результатами и рекомендациями. А если уже необходима помощь специалиста, тебя направят к нужному врачу и расскажут, что делать дальше. Присоединяйтесь к Татьяне. Пройдите осмотр сами, приведите своих близких. Позаботьтесь о себе и о них. Записаться и выбрать время осмотра можно по телефону 8182-680381. Адрес: город Архангельск, улица Северодвинская, дом 16. Мы есть в социальной сети ВКонтакте, там же размещен полный объем обследования. Приходите, все просто.